Ой, мне как раз экспу надо, человек. Жгих, ой, блядь. Жгих, блядь. А чел, овалку нажму, смотри, готов? Ае, смотри. Ой, блядь, хорошо, сука. Чел, хорошо, блядь. Ты быстрый, конечно, только. Вот это. Не такой быстрый, с сапогами на 15 мс, а тут один мне закрафтил, блядь. А кто тебе крафтил? Что за хуйсос, кстати? Теперь хуй отделаешься, блядь. Ибо мы циркулируем с тобой, пиздец. Чел, нормально катим, блядь, алло. Блядь, а можно без вот этих залуп, нахуй? Че, проблемы с регеном какие-то? Вышел нахуй. Этого сжёг. Это тоже блокер. Тебе надо не атаковать его. Я не бью вообще его. Мне, наверное, надо, знаешь, что сделать? Скорчинг Рэй переставить. Да? Ооо. Да я его потихоньку жгу. Умирай! Блять, умирай, падла ёбаная! Не бей его только! Я не бью вообще. Нас. Чепуха ёбаная, блять. Сейчас монитор, секунду, монитор. Хуета, Иван. Типа, бля, ты не бей его. Я квадрат. Я квадрат. Просто уйди вообще в ебеня. Все, я ушел. Ты ладно, хитай, не хитай. Ибо кайфовые персонажи вообще. Это ведь реально кто-то таких собрал, понимаешь? Вопрос? Вопрос? Блять. Знак вопросика. Охуенные черектеры, блять. Вопросики. Давай, бей меня, сука, ударь. Уходит, уходит. Он горит! Он горит! Сука, умри, блять. Блять, не горит. Паша, бей его нахуй равномерно. Нахуй ты дэшишься, чел! Чел, мне надо так поставить. Он ничего не делает, блять. А что если я попробую брать или фокус? Я попробую сделать вот так. Такое будет дамажить его? Нет. Просто нет, блять. Как нет-то, блять? Вон он горит, смотри, как горит, пиздец. Ну, типа, короче, это мем, блять, нет? Просто, блять, мем. Ну да, вся эта мапа — это мем один большой. Тут либо хью ждет ДПС, либо ничего. Во-во-во-во-во-во-во-во-во. И он ушел. Сука. Ебать, чел, нормально жгю. Заходи. Сейчас, заходишь? Сейчас. Быстрее, блять! Так а чё быстрее? Это, блять, не последняя. Быстрее, блять! Это не последняя рума. Какая разница, блять? Ну а чё он? А он просто начинает бегать, блядь, просто. Короче, уйди нахуй вообще в ебеня куда-нибудь. Давай вот фростбомба, блядь. Значит. Ну давай. Уиндук. Во-во-во-во. Это салаки, ты ладно, это салаки. Снэкс нахуй. А? Чё, блядь? А чё? А чего? А чё, блядь? А чё? Хуесос, кто напридумал эти билды, хуесос. Пошёл нахуй. Блядь. Вот этого не трогай. Ага. Ага, трогай, ага, блядь. Да, ага, а, да. Заебись. Блять, охуенные баги, мне очень нравятся. У меня просто на фул ебало черный квадрат, чтоб ты понимал. Вот тут блокер как раз. Заебись. Так у тебя фростбомба, можешь попробовать его. Ну правда, он тебя наебашит. Плоцкер. Че, не справился, да? Не, он сильный, пиздец. Заново нахуй. Фростбомба рабочая. Ну я пошел с новыми грандмастерами, блядь. Я, кстати, походу не убью обычного элдера, да? Ну, убью только медленно, пиздец. Какой у меня билдос. Но и он меня не убьет. Вообще нормально. Ебать, даже близко, чел, пиздец тут. Та-та-ра-ти-та-та-ра. Шо, а шо? Шо? Там подруги у него аккуратнее сверху. Я тебе говорю, поэтому надо, ну, влетать в ебало в восьмерых, ну, типа, это не работает так. Что это за хуйня вообще? Ну да, такие вот. Так, двух разъебал. Ну, это первый рума только, блядь. Да. Блять, жриндер жиргомес, что это, блять? У меня просто фул ебал квадрат черный, блять. Так, ну две попытки хорошие были у тебя, ламчик, почти. Не, я вообще эту карту ебал, это просто пиздец. А, еще одна попытка, ну давай. Блять, чел, ну это вообще какая-то, блять. Понял. Да, я умер, да. Ой, боже, блять. Блять, ну в какой все? Я проебал ПВП, блядь. Чел, ну что?
Что это за хуйня? Как он резко перестал получать урон и убил меня инстантно? Блять, это мем нахуй. Блять, вот этот квадрат меня просто выбешивает. Это, блять, чем занимается, блять, вообще отдел контроля качества, нахуй. Отдел контроля качества, здравствуйте. Чисто челы на ЗП, блять, что, как вот это можно допустить, блять? Да нет у меня никаких демоник, хуемоник. Не МТХ, блять, на черекторе хули. Годичной давности, нахуй. Чел, а мне, кстати, коробку бесплатно дали, выпал демоник этот, демоник боди армор. И меня все захуесосили в чате, понял? С бесплатной коробки, блять, вот этой. Все такие, ебать ты мразь, блять. Ебать. Погерс! Вау, невероятно. Настоящие грандмастера, блять. Вау, блестяще сыграно. Настоящие грандмастера. Все, теперь я доволен, блять. Ты жесткий. Теперь я доволен. С кондюром, да, все еще беда. Так почини, ебать. Возьми сам, почини, нахуй. А, тут, сори. Через сад, блять, его попробуй. Перекинь разочек, блять. АДД дефенс или, ну, типа. АДД колд сделай, ебать. Ой, блять, чел, ты не представляешь, конечно. Как же я все-таки хочу тебя выебать за этот мультик. Хуйню. Еби меня, Паша. Эбби. Эбби, если что, это, кстати, имя же у англичан. Эбби, девочка. Я не Эбби, если что. Я Паша. Кто спросит, я не Эбби. Да мы поняли, чел, блядь. Ну, мало ли, блядь. А то вот это будет. О, привет, Эбби. А я нет. Блядь, дебил просто. Ой, блядь, еще воду горячую отключили, конечно, это нахуй. Бойлер себе что не купишь? Он дешевый довольно. Какой, блядь, бойлер? Это бочка такая здоровая. Да ладно. Да. А я думал, это парень Леры. Понял. Типа бойлер. Бой. Блядь. Я знаю, блядь, что такое бойлер, ебанько, блядь. Сука. Бля, по-любому же есть такие игроки, которые, блядь, по 3 мапы в день бегают. Засовывают мапу и, блядь, проходят ее полчаса. Такой, фух, блять. Рарок набрал. Блять. 5 раз тэпнулся, продал на альты, блять. По-любому есть такие игроки, блять, ну по-любому. Потом такой ему миррор дропается однажды. Он такой, слушай, нормально, блять. Скопирую свой второй меч. А у него там пушка какая-нибудь. Какая-нибудь, блять, 200. 200 ДПС, хуета, блять. Такой, ой, блять, нормально, теперь два гана нормальных у меня, блять. Это просто кнопка скрыть, показать мапки. For real? Зачем она? Чтобы не подсматривали, сколько у меня блайт мапок, что же такие, блядь. Так добавьте, блядь, это самая нужная кнопка в currency. Добавьте сюда, блядь, чтобы оп, скрыть, чтобы, блядь, никто не видел, сколько у меня экзов, блядь. Нихуя, Флэдик! Ебать, давно тебя не видал, что-то. Я уже думал, ты нахуй, это, блядь, удалили тебя, нахуй, из игры, блядь. Бля, я всегда задавался вопросом, а Флэд... Это девушка или мужик? Блять, в броне не видно нихуя. Не, в русском названии там перевод вообще пиздец. Что там, что-то... То, что сбежало, что-то... Какой-то такой... Какой-то там такой... Перевод, блядь. Есть же какой-то хоткей, чтобы посмотреть шпаргалку битрейла. Подскажите, пожалуйста, слэш на нампаде? Ебать, тут такая проблема, в общем. Тут вот такая проблема, как бы, да? Видите, да? Видите? Проблему замечаете? Где нампад? Не, такие клавиатуры турнирные называются. О, чел, я увидел, ты там клаву показываешь издалека. Они ржут над тобой, что у тебя маленькая клава, пиздец? Чел, у меня точно такая же, только подсветка зеленая. Блять, клавиатура с нампадом, пиздец. Это как, блять, челы, которые пытаются в гайдах повторить чарку на главсы, нахуй. Это вот что-то из этого разряда, блядь. Типа, блять, у него чарка на перчатках, вот Fist of Хуюри. Мне надо. Я хочу, мне. Я что? Мне надо, блять, чарку. У него в гайде написано чарка на перчатках, блять, да. Короче, все можно фармить, все охуенно, кроме вот такого. Вот такого фона. Petrified Forest. Это вообще пизда, блять. Как... Там так. Какой уебанский лейаут, боже мой, нахуй. Это пиздец. И чел на коляске, которая, ну, дорогу просвечивает, блядь. Просто, блядь, такого рафлана ебала включает.
просто, блядь, по кругу катается, можно сказать. Ты бы дал только что casual интервью чисто. Просто, блядь, с монитором нахуй общался. А, понял, подключил лепку, ебать. Распечатал, блядь, и вот так с окна свесил, нахуй, распечатку чисто. Стримик же это то же самое, типа, как интервью, можно сказать. Ну, типа, ты не вы общаешься, нахуй, как будто с монитором. Но там выскакивают какие-то, типа, сообщения с никами. Но же можно представить просто, типа, не знаю, бот пишет. Боты, плюсните вообще, пожалуйста. Я бот, но мне лень. Блять, ты чё, это? Трейдбой бот по-эшерски, блять, или чё нахуй? Торгуй, блять, падла нахуй. Со мной, блять. Обменяй мне, блять, куренс. Нихуево, ребят, что хотите. Я дальше АФК, блять. Так а ты чё, аула, блять, задоджил? Он меня уебёт. Меня уебёт. Да он тебя не уебёт, в смысле, ты понимаешь? Че за ул? Блять, вот на такой байт я не буду вестись никогда, нахуй. Пошел нахуй. Блять, ладно, тут железный отказ, походу, был. Можно не пытаться, блять. Парень что-то знает, нахуй. Блять, я смотрел, как этот Алькайзер бил аула, блять, на ХЦ, блять. Это пиздец. Он тупо полчаса его хуярил. Так, а че я, собственно, здесь сижу-то? Я ничем полезным не занимаюсь. Надо бы хотя бы поп покачать. А, попу, в смысле? Попку, блядь. А чё ещё кого, блядь? Что ты ещё имел в виду, ебать? Ну, поп, типа, Path of Building. Ебать! Совсем уже ёбнулся, что ли, стримак, пиздец ты. Так я то же самое подумал, ты что, ёбнутый? Получается, ты ёбнутый, Паша, потому что... Ага. Потому что что? Приседаю, блядь? Тупс Иван. Ту Иван. То кто Илан, блядь? Кто еблан? Кто ты? Про что ты? Алло, кто ты? Ну типа, Ту-Ви-Ван. 2+1. А, Ту-Ви-Ван, всё. Блять, чел! Ту-Ви-Ван Кеноби, блядь. Бля, вот сейчас вот что-то опять за Ту-Ви-Ван обидно стало, пиздец. И Люк, блядь, скрыл Вокер, нахуй. В новом, блядь, приключенческом фильме Starbucks, нахуй. Бля, звучит хайпово, блядь. Бля, ну вот стак каталистов, каталисты, да пиздец, зомба какая-то, я ебал. И стак фосилей тоже вот. Но тебе, я смотрю, не выпадет фосиль. Блять, я уже пересрал нахуй, что я пропустил строчку фосилей, блять. Чел, ты бы видел свой кеквейт наебали? Можно так не делать, блять? Какой же у тебя кеквейт наебали был? Сука, урод, блять. Блять, как же я тебя нахуй ненавижу, чел? За что ты сам проебался, если, блять, пропустил фосили нахуй? Но я бы этого не знал, мне бы было легче, блять. Кого легче, блять? Урси, вся надежда на Урси. Вот этот Урси еще... Боится, блядь. А что-то отходит там. Сиди, блядь, спокойно, стрим смотри, нахуй. Enlighten 3 скинул в Faceter Lens 666 миллионов опыта. Ебать. Ебать. Так, берем тюрьму и бруталити, блядь. Хуяк. Левел 3 и чуть-чуть полоска еще добавилась. Нихуя себе, блядь. Ебать бога. Привет, Ламар и чат, такой вопрос, Евгений, хочу купить креску у тебя, да знаешь, что ты говоришь, что такие вещи лучше проверять на месте. Охуенно, оно уже давно на самом деле отслужило, оно уже в таком полуполоманном состоянии, блядь, из-за моей ass. Но я на нем сижу уже 5 или 6 лет. Ёбаный DX Racer, блядь, развалится за год, нахуй, от моего веса. Любой DX Racer за год развалится. Этот, блядь, 5 лет и похуё. Вторая версия этого кресла вышла, кстати. Я её хочу купить. Там есть в этой, в тканевой обшивка. Тканевая. Не кожаная, но тканевая. Чтобы жопа дышала, блядь, хоть как-то. А то в кожаной вообще ж душняк, пиздец. Блядь, я сейчас вот пересел, по-другому жопу переставил. И вот, неважно, я буду ничего гореть, пизду. Короче, когда жопу поднял, блядь, такое амбре я ебал. У меня в комнате сейчас сколько? 37 градусов в комнате у меня. Так, чтобы понимали просто. Я уверен в том, что, блядь, родители просто не запрещали ему подолгу играть. Всем нам, у кого в детстве был комп, там, в 2005, 2006... Всем запрещали играть подолгу. Всем! Типа, блять, это несерьезная хуйня, блять, еще что-то. Чат, но мы-то видели. Мы-то видели перспективы игр, ебаные. Да. Мы видели.
но игроки, не связанные пробком, ограничениями и не стремящиеся прибыли, показывают на свет просто безумные вещи. Да. У Mario Maker полно троллящих, и Twitch для руки — это еще одна отдушина. Для него это возможность постоянно... Блять, эти золотые времена PUBG, блять, вот когда он только-только вышел, еще никто не понимал, что это вообще за игра. Блять, какой же фан был. Лютейший, блять, это были прекрасные времена. Это, блять, супер круто было. Все играли, понимали, что пиздец дерьмо, блять. В ясные 20 FPS невозможно лутать. Тачки, блять, чуть-чуть столкнулся с чем угодно, взорвался, блядь, с другой тачкой столкнулся, взорвался, блядь, едешь спокойно, взорвался, блядь. То есть, блядь, куча разнообразных багов, которые тебя въебывали, но все играли и все верили, что, блядь, вот ее доделают, сука. Не доделали. Ну, блядь, рекорды на то и рекорды, что когда-нибудь, блядь, кто-нибудь или что-нибудь его прервет. А, не, ну, блядь, стрик 50 плюс игр на турнирных соревнованиях, это безусловно. 47. Хуй соси. Maybe this pog. Кулинг страйк, хп-награвщина. Сука, не, это, блядь, не, это пиздец. Reforge. Ебать. Новую нотку взял просто. Какой нахуй фербол, блядь, слышь? Я его уже поймал, блядь, на кастовый хули, слышь, блядь, за лупок, блядь. Я так посрал, аж спать захотелось. Блядь. О, не, попрошайка вообще пермач, нахуй. Опездал, пиздуй работай, хули, долбоёб, блядь, сидит стрим и смотрит, блядь. Денег нет, хули, хихи, блядь, стрейчики палит, хули. Тухлозавры, блядь. Запомни, хули, долбоёб. Ты нужен только самому себе. А нихуя он блит навешивает. Блядь, нет, нет, отмени! Сука. Стоит, блядь! Я кастовал! Сука, я тебя отъебу нахуй. Значит, смотрите. Видите вот эти перчатки? Видите вот этот item level? А вот такую штуку видите? Опа, ля какая, блядь. Опа! Кулинг страйк перчатки буду делать. Хоть какие-нибудь. Не, вообще минималка, то что я хочу. Кулинг страйк это speed life. Это минималка, чего я хочу от перчаток. Когда другие игры будут? Когда мне захочется. Damage over time. До свидания. Оу, now we talking. Now we fucking talking. Теперь... Нужна хорошая регалочка. Не, эту фаер хуйню, эту переролить, блядь, это не проблема. Хуяк, мили дэмэдж. Т2. Нам сейчас главное получить любой рез. Любой рез. Вообще, any рез. Хуяк. Фу, блядь, говнуй воняет, блядь. Блядь. Так, теперь надо проверить, чтобы все нажималось. Блять, не хватает. Одной маны, сука, на эндюринг край не хватает. Блять, еще подспекать пресижн сейчас придется. Над этими перчатками я еще поработаю. Все, что, побегали, блять. Почему варбаннер, а не дредбаннер? Варбаннер значительно полезнее. Дредбаннер улучшает твой сингл таргет посредством улучшения импейла. А варбаннер и аккуроси дает и increase физ, damage вокруг тебя по мобам. Это значит, что пачки мобов будут взрываться значительно сочнее и, ну, и больше по радиусу. Потому что банально больше урона наносится с эксплозионов. И адреналин. Адреналин охуенный баф. Ты когда ставишь баннер, у тебя на 3 секи адреналин. Это супер дохуя урона дает на вот короткий промежуток времени, что позволяет быстрее убивать всяких боссов. Так, эта хуйня растет еще. 5 мапов. Блять, что за... Сука, фу, нахуй.
О, вот такие треки можно почаще, блядь. Баб из дерева хорошая. Сука, кто вообще такой, блядь, слушает? О, блядь. Блядь, у меня наушники трепещат просто, пиздец. Ола или пепс? Да моча, моча, блядь, из туалета, свеженькая, блядь, тепленькая, нахуй. Блядь, он еще раз линканул, да? Чел, хеллоу, хеллоу, окей, я тебе объясню. Я не просегаю просто так. 20 тысяч поинтов, блядь, закидываешь в чат отдельно, блядь, нахуй. Окошечко есть, блядь. Нажимаешь, блядь, скидываешь, и только тогда я тебе просекну твою, блядь, залупу ебаную, блядь. Даже, блядь, даже курсор направлять не буду. Блядь, ну ты серьезно, нахуй, чел? Просекни, блядь, просекни, блядь, просекни. Челы, поставьте себе макросы, наконец-то. Ой, блядь. Две кнопки нажимаешь, блядь, смотришь, сколько стоит, блядь. Это легко, легко, блядь, легко. Не ебать, сегодня, кстати, угрозы подъехали интересные. Чел написал, либо ты скидываешь фотку хуя, либо я дудосю твой стрим следующий. Что-то я, блядь, так проорал, пиздец. Я сидел такой, блядь, он не знает, блядь. Давайте порассуждаем. Вот вы, если, не дай бог, конечно же, захотите кому-то навредить, вы чё, блядь, напишите об этом, нахуй? Вы серьезно? Такой еблан? Это я к чему вспомнил? Читал новость, что там, короче, какого-то человека, причастного к какую-то девушку, причастную к разработке Slow 2, ну, Last of Us. Ей, блядь, дохуя угроз в личку приходят, что типа там ее убьют. Вот у нас в стране, как бы, да, на это похуй. Но за рубежом ты реально можешь пойти накатать заяву, блядь, и чела нахуй посадить. Просто за то, что он написал, высрал хуйню свою ебаную, блядь, в личку. И все, блядь. И давай нахуй. Аривидерчи, блядь. У нас в России это не сработает. У нас скажут, ну ебать. Ну чё, вы же пришли, вас же не убили. Ну всё, давай, хули, давай. На созвоне цифры есть, блядь. А 01, 02, 03, 04 может заодно позвонить. Тут ещё корона хуета, блядь, не успокоилась, блядь. Ещё какая-то параша ёбаная. Там, блядь, короны 12 миллионов случаев уже зафиксировано, блядь. Танька сегодня смотрели. Ещё какая-то параша, блядь. Вот реально, вот, блядь, не, ладно, сегодня в пизду. Нет, не в пизду. Вы, блядь, не можете нахуй сидеть спокойно, блядь. Жить спокойно, блядь. Не ебать, что не попадя. Не жрать, что не попадя. Че, вот реально, вот в чем проблема ебануть там макарошечку, сосисочки, блядь, котлеточки, пюрешечку, блядь, ну в чем проблема, нахуй. Салатики-то ебануть, пельмешечки, блядь, чебуреки, блядь. Супчик какой-нибудь, там, борщец, блядь, не с летучими мышками, просто. МФ хуета полная, вообще. Ну, типа, вот если ты играешь один, в соло собираться в МФера какой-нибудь, вообще фул бесполезно. Это вот долбоёб пачки, где в шестером бегают. Вот это вот, блядь. О, хэдхантер, блядь! Это вот там, да, там можно МФера собрать. Блядь, у меня стол что стал шататься, пиздец. То ли ножки криво встали, то ли чё. Я сегодня выяснил, что со столом. У него из ножки выпало два шурупика. И он держался на святой, сука, силе какой-то. Ну просто. Просто на святой силе, блядь. Немножечко, ой, блядь, ты один петрушка, нихуя. С гибридом? Ой, блядь, как же пахнет, ёб ваш рот, блядь. Damn, boy! А чё я забыл? Совесть. Сейчас приду. Нихуя панчлайн, блядь. Сука. Чё там, кого-то надоело поя? А что тебе не надоело? А, дай угадаю. PUBG! Королелькая битва, блядь! Ох, нахуй! Как такое может надоесть? Ай, блядь, ай, блядь! Слушайте, а может всё не так уж, блядь, и радужно? Всё, 1-1. Ты с залупой остался. Блядь, забыл! Ой, блядь, забыл! Цветочки забыл посадить, ну ёбаный рот. Лутик, конечно, забавный. Что-то у меня глаза вообще прям слипаются, чат. Я, пожалуй, все-таки уже закончу. Спасибо, чатик, вам за компанию. Спасибо за поддержку. Дай бог вам здоровья, терпения, блядь. И всего-всего, в общем. Можешь посмотреть предыдущие ролики. И не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить новые.